Всем привет! Это игра, которая похожа на Carol Apple Space Program. Кто знает эту игру, тот знает. Если не видели, просто напишите на YouTube KSP, Carol Apple Space Program. Я смотрел прохождение этой игры на канале Глюка. Это было вроде 5 лет назад где-то еще. Возможно, даже 6 лет назад, не знаю. Ну и наконец-то появилось, ну прям что-то похожее. Хотя, до этого была еще игра Space Flight Simulator, или как там было. Ну, типа, тоже ракетостроение, но вот только оно уже в 2D. Здесь же игра в 3D. Вот только она пока что находится в бете. Так что немногие функции открыты. Тем более тут еще есть такое, как купить расширение. Пока что просто попробовать, думаю, нормально будет. Типа, сойдет. И вне записи я в эту игру играл. И создал два, получается, летательных аппарата. Правда, они тут работают как-то немного странно. Ну, ладно, так тоже сойдет. Загружаем первый спутник 1. Это, собственно, первая моделька. Почему спутник? Потому что мы будем выводить вот это на орбиту Земли. Да. Собственно, можем даже сейчас начать это делать. Я уже немного, скажем так, приловчился к управлению. Так что вроде должно быть несложно. Вот только громко, капец как. Ну, тем не менее, оно как-то долетит. Вот только почему-то в сторону немного. Само, типа, будто бы весь... центр масс будто бы в другой точке, скорее всего из-за этого оно так в другую сторону идет. Ну, игра в целом очень даже хорошо сделана. Да, хоть и в разработке, но прогресс есть. Хотя как прогресс, результат хороший есть. Какая же цель? Будем задание, это вот получается первая ступень, скорее всего я возможно добавлю тайм-коды, не знаю, ну, если будут тайм-коды, окей, если не будет, ну, тогда возможно в комментариях, скорее всего, где-то будет, возможно, да. Как будто бы, вот издалека, кстати, про вот это издалека, звуковой барьер пробили, то есть скорость уже больше одного маха. Так, сейчас мы немного замедляться должны и будем вот так вот разворачивать ракету, чтобы она теперь набирала горизонтальную скорость. Хотя не, мы еще сделаем вот так вот, ускоримся. Все, замедляемся, мы уже на более высокой, более высокой точке. Да, вот самая высокая точка пока что, вот это синий круг отображает самую высокую точку, а красный самую низкую точку. Все, топливо закончилось, да? Да, похоже на то. Отцепляем тогда вот эти ступени, которые нам помогали. Сразу выкинули куда подальше. Интересно, насколько долго оно так будет. А, я совсем забыл, этот двигатель, он не работает. То есть все это время это можно было вот так вот переключаться? Да иди ты. Так, не, лучше сейчас топливо попросту не тратить. Мы сейчас выйдем. Ну, почти успели. Да, мы развернулись. Чё трясёт? Алло. И сейчас будем снова увеличивать свою горизонтальную скорость, чтобы вот это было прям ровно как будто круг.
200, ну 300 километров нужно для самой низкой точки, чтобы не сравнялись вот эти две точки по высоте. Все, сейчас снова нужно. Неплохо получается. Ну ладно, просто будем пытаться выстроить максимальную высоту. А, точно, я же не отцепил вот эту штуку. Ну, получается в итоге вот такой вот спутник. Вот так вот будет вокруг Земли летать. Неплохо. Я, правда, еще не знаю, что вот это за полоса такая. Возможно, просто баг текстуры. Ну ладно. Кто его знает. Ну, получается, первая цель — вывести вот этот спутник на орбиту. Ну, почти получилось. Почти. Ну, почти не считается, по большей части. Возможно, попробую еще в следующем видео это получше сделать. А пока что, ну, как-то вот. Что ж, переходим к второму летательному аппарату. Загрузить подарок. Вот такой вот получается подарок. Типа машинка с солнечной батареей и этими парашютами. Как оно вообще держится, я не знаю. Но как-то оно держится. Ах да, сразу. Куда будем запускать подарки? Я бы, возможно, попытался где-то возле какого-нибудь моря это сделать. Хотя, блин, во будет прикол, если прилететь туда, вот где Сочи. Где оно там? Вот. Где-то здесь вроде. Попробовать там приземлиться. Получится или нет? Почему я вспомнил о Сочи? Потому что с Бестом видео уже давно не было. Вы, скорее всего, это заметили. У него такая история, что он уехал как раз-таки в Сочи на целое лето. Поэтому снимать какие-либо совместные видео с ним вряд ли получится. Хотя не то, что вряд ли, а скорее всего так и есть, что снимать не получится. С Гостом, ну, на его канале было видео, мы с ним снимали кроссаут, помню. Также вряд ли получится, потому что у него сейчас времени в разы меньше стало. У меня-то времени хватает, типа, но я что-то торможу слишком сильно с записью видео. Ладно, пока что слишком громко. Вот так вот пусть будет. Скорость видите, высоту видите, в принципе, все окей. У Лэквана я вообще не знаю, какая там ситуация. Он вроде планировал сделать какой-то челлендж там вместе со своим другом заснять. Тоже непонятно. Вот. Остается, что мне снимать? Проходить Майнкрафт, Ферминг Симулятор. Надеюсь, у меня получится еще и заснять Ферминг Симулятор 23. Что еще? Trackers of Europe, но хотя в этой игре по факту конца нету, тут просто ездить, ездить, ездить очень долго. Я не знаю, какие еще игры я мог бы снимать. Может, вы знаете какие-нибудь игры, именно что можете порекомендовать. Возможно, я бы их тоже пробовал пройти. Где-то сейчас, скорее всего, мы пройдем сквозь звуковой барьер. Слишком сильно шумит.
Да, вот. У нас скорость уже больше одного маха. Так. А, мы ускорить не можем. Тогда скорость сделаем низкой, но при этом, чтобы мы могли его развернуть. Чё ж тебя так трясёт, а? Что ты трясёшься? А мы вообще удачно там пролетаем? Не-не-не-не-не-не-не-не, тормоза. Мы должны развернуться. Мы нужно немного подрифтить в космос. И такого вы, скорее всего, еще не слышали. Но, да, блин, у этого даже есть вроде название. Типа дрифт в космос. Правда, я не помню, как оно конкретно называется. Так, нам нужно еще развернуться. Высота на секундочку 40 километров. Тихо, 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 тихо. Тут нужно очень аккуратно. Ну, как бы, ну, почти. Сейчас оно развернется, мы будем корректировать направление с помощью вот такого разворота. Ну, вы видите, где мы примерно приземляемся. Так. А, то есть теперь разворачиваться ничего не хочет. Окей. Долго оно будет разворачиваться? Представляете себе, насколько быстро мы движемся, что типа вот планета сама на фоне движется. В реальности там скорость очень большая. Выпрямили. А, и теперь нужно еще развернуть. Мы сейчас над Гренландией пролетаем. Вроде нормально. Вопрос только, насколько хорошо мы задрифтим. Все. Где-то вот так. Это мы разворачиваем. Все. До свидания. Они улетели. Как знаете, вот есть. Я вижу туннель, в котором, на конце которого свет. И, не, там по-другому было. Свет в конце туннеля, вот. Ну, почти приземляемся там, где хотим. Ладно, тут можно ускорить, думаю. Опа. А, так эти детали далеко и не отлетали. Понятно. На минуточку. Скорость 1 километр в секунду. И продолжать ускоряться. Выравниваемся. И врубаем двигатель. Будем тормозить хотя бы как-то. Я вам скажу, мы неплохо так тормозим. Вроде бы. Не, ну скорость типа становится меньше, да? Вот только
два двигателя давай. А в смысле он еще быстрее улетел? Что? Что, блин? Парашют. Так. И сейчас просто, ну, типа, 4 километра лететь еще. А это, скорее всего, долго. Так что... Дэм. А где мы вообще приземляемся? Минуточку. Это ж не то место. Попытка номер два. Скорее всего. Если все пройдет гладко, то мы прям в цель попадем. Куда хотим, собственно. А ты вращаться будешь? А, о. Не знаю, возможно, лучше вот так вот развернуться. Тем более, что впереди есть вот этот. Сложно. Высота 45 километров. Думаю, уже стоит начинать. Тормозить. Двигатель на максимум. Пока есть такая возможность. Ой-ой. Быстрее переворачивайся, сейчас будем тормозить вот этим. Ну и потом просто используем парашют. Надеюсь, парашюта хватит. Ну, по карте мы типа, ну почти то место, в которое нужно приземляемся. О, уже слышу воздух. Так, да, скорость сбрасывается. Отлично, отлично, отлично. Вот только высота 20 километров. Давай. Нужно, чтобы огни пропали. Слишком рано открыл. Ладно, приятного вам таймлапса, пока вот это будет падать. Так, первый парашют пошел. Ты вообще работаешь? Такой вопрос. Нет! Ну, типа,
А где мы, собственно, приземлились? Лишь бы ничего не поломало. А остальное все окей. Блин, скорость слишком огромная. Парашют. Я не знаю, успеем мы затормозить или нет. Ну, как бы мы почти в том месте. Кстати, высота теперь пониже будет. Пошло отсюда. Да блин, отцепись, деталька. Все, наконец-таки. Вот это, понимаю, подарок отправили. Еще и в такой вот упаковке. Да уж. Все, осталось только доехать до воды как-нибудь. Там дальше уже без проблем. Хотя скорость 13 метров в секунду, 2 километра. Это... Ладно, подождем. Когда будет около 500 метров, сброшу вот это. Типа в защиту. Я об этом вот говорю. Вот этот конус белый. В, скажем так, верхушке. Опа! А вот один из баков упал. Нормально. Кстати, напишите в следующем видео, куда отправить подарок. Вот такой вот. И время нельзя ускорить. Да что б его. Ладно. Напишите в комментарии реально, куда вот следующий такой подарок отправлять. Или знаете, что еще можете сделать чисто на Google Maps? Просто поставить там вот точку, где хотите. И написать вот эти координаты в комментарии. Будет прикольно. Возможно. Единственное, я вот не понимаю, почему баг не сгорел. Он должен был сгореть в атмосфере. Но он что-то такой... Ладно. Окей. Так. Теплозащиту пошла вон отсюда. Долго нам падать? Ты че? Даже в форсаже, мне кажется, не было настолько эпичных приземлений, как здесь. Ладно, я поехал. Или покувыркался, я не знаю. Так, вот это вот. Все. В смысле? В смысле? Пути. Что, блин, происходит? Ладно, мы доедем до Веста. Каким бы это образом, как бы это ни было, но мы до него доедем еще. Все, отсюда мы уже не выберемся никак. Вообще никак. Ладно. Пишите, что вы хотите увидеть в следующей серии по этой игре. И вообще, хотите ли ее увидеть? В комментарии пишите. Я прочитаю, посмотрю. Может, что-нибудь интересное, да и попробую реализовать. Ну а дальше я, скорее всего, возможно, буду снимать Майнкрафт, либо наконец-то допройду полностью Медраннер. По поводу Trackers of Europe я не знаю.
И еще остается фирминг симулятор. Возможно, даже будет фирминг симулятор 2030. Но когда он будет... Не знаю, в видео я уже говорил, когда он выйдет 23 мая. Когда это видео выйдет, я не знаю, возможно... Сегодня какого? Вроде 12 мая. Возможно, выйдет в 13 или 14. 13, ну не, ну прям завтра вряд ли. Но послезавтра, либо там 15-го, может выйдет, кто знает. И теперь просто под конец ради эксперимента. Что будет, если вообще не двигать ракету, то есть не управлять ее углом запуска? Просто пусть летит, как вот начало лететь, так и летит. Насколько далеко я тогда смогу лететь? И смогу ли вообще вылететь отсюда? Первый баг, я вижу, уже заканчивается. Вот это центральный, потому что он уже еле-еле. Ускоритель до сих пор почему-то работает, хотя должно быть наоборот. Они должны работать не настолько долго, как вот это. Все. Следующая ступень пошла. Они... Ух ты, что... Далеко они приземлятся. Возможно, такой вот кадр пойдет на превью. Еще немного топлива все-таки осталось. Так что мы прям максимальный угол возьмем. Вот будет прикол, если мы будем так чисто пролетать мимо земли. Я не знаю, как мы даже затормозить сможем. Типа там огроменная скорость будет. То есть мы сейчас вылетаем со скоростью 2000 метров в секунду. И лететь будем, наверное, со скоростью 4000 метров в секунду. Это 4 километра, ё-моё, оно просто сгорит. Оно даже не приземлится, оно тупо сгорит. Парашют бы такой не выдержал. Жесть. Ну как бы хорошо еще, что орбита проходит типа Землю насквозь. А, то есть мы от Африки дошли уже до Австралии, да? Так, все, тормози. Я хочу, чтобы мы приземлились на сушу. Где Земля? Видите Землю? А теперь смотрите внимательно, просто что происходит. Да? Видите? Сейчас мы время сделаем вот так. Хотя не, лучше развернем так. Вот, просто чтобы было видно, да? До свидания, Земля! Я даже не вижу, куда мы улетели. Я Землю вижу, орбиты. Мы стали центром галактики.